Российского общественного организации ассоциации учителей русского языка и литературы. К сожалению, у нас произошли некоторые изменения среди выступающих, и на обсуждение стали только два вопроса. Один из вопросов – это система подготовки для ЕГЭ, которую, к сожалению, буду освещать я, потому что Вера Владимировна Палачева заболела. И по поводу актуальных вопросов для обсуждения Ассоциации учителей русского языка и литературы, которые тревожат всю общественность, об этом будет говорить Инга Геннадьевна Вертилицка, которая была заявлена. Подождите, Инга Геннадьевна. Третий вопрос по поводу дистанционного обучения. Он у нас тоже снят с повестки дня в связи с тем, что наступлением весны у всех случилось обострение заболевания. Поэтому вот только перед вами два выступающих, два вопроса. В течение часа будет продолжаться вебинар. Если у вас будут возникать вопросы, вы их, пожалуйста, в чате пишите. Мы попробуем их разрешить. Если что-то не удастся ответить на ваши вопросы, то я думаю, что мы сможем организовать Инге Геннадьевне дополнительный еще семинар по поводу каких-то тонкостей, которые вы не смогли разрешить с нами сейчас в эфире. Итак, первая часть, коллеги. В связи с тем, что Вера Владимировна приехала из Москвы и пробыла на семинаре два дня, где обсуждались, есть ли какие-то изменения в подготовке системы по литературе ГИА и ЕГЭ. Но, как сообщила нам Вера Владимировна, пока изменений никаких нет. То есть мы с вами в том же режиме готовимся, как и раньше. Позвольте напомнить, что при подготовке государственной аттестации девятиклассников необходимо обратить внимание их, как всегда, на время, это 235 минут. Дальше обязательно на выбор задания, то есть есть два задания, которые, два варианта, которые они выполняют по выбору. Это или анализ эпического текста из вставления написания сочинения, или анализ лирического текста. То есть выполнять и первый вариант, и второй им не нужно. Пока еще такие ситуации встречаются. Второе, что при подготовке к государственной аттестации девятиклассникам очень важно при составлении текста, текста в наличии имеется, тексты с собой можно приносить, поэтому до сих пор они забывают их приносить, и всем не хватает этого текста, и вот находятся в ситуации критически, когда забыли текст, не знают, что писать. При сопоставлении текста подразумевается, что дети хорошо умеют анализировать, то есть выявлять те тонкости, которые есть в тексте, а это значит владеть системой анализа, это значит владеть теоретическими понятиями, умеют их применять, выделяют их, и делают какие-то выводы об общении. Второй момент – это сопоставление двух текстов, который также дан в самом задании. Здесь нарушение происходит, когда дети не выделяют или не дочитывают вопрос, то есть не в заданном направлении начинают сопоставлять, или не выделяют критерии сопоставления или противопоставления двух текстов. Или же не делают выводы, потому что сопоставили, то есть это обязательно. Те предложения, которые указаны в пределах 3-5 предложений, составлять ответы на вопрос, они также остаются условными. То есть если ваши дети ответили на вопрос и не хватило 2 предложения, хотя это навряд ли, может быть, они толстовские огромные предложения, да, то этого достаточно. Или им не хватило 5 предложений, они вышли за пределы этой границы. Это тоже допустимо. Главное, чтобы был раскрыт вопрос. Хочется обратить внимание, при подготовке ГИА и ЕГЭ по литературе везде присутствует один и тот же критерий. Это глубина и убедительность сопоставления.
Глубина – это на самом деле умение видеть в тексте, ничего не придумывать. То, что хотел нам сказать автор, это и есть авторская позиция, когда вы вставляете различные точки зрения. А убедительность – это когда дети выдвигают тот или иной тезис, они подтверждают им то, что находят в тексте. И вот эти два момента, глубина и убедительность, они присутствуют как в С1, С2, С3, С4 в ЕГЭ по литературе, так и в части С, где нужно написать большое сочинение в пределах от 150 и более слов. То есть если меньше 150, то сочинение не засчитывается. Хотя везде пишут от 200 слов. Еще один момент. Обязательно, вот опять же, та же глубина, если она не раскрыта, то есть человек неправильно понимает задачи, которые перед ним поставлены, то сочинение может быть не проверено. Самое главное при написании большого сочинения части С обратить внимание детей 9-го, обучающихся 9-го класса на то, что вначале всегда существует введение. Мы не пишем просто о том, какой великий поэт или писатель, как до сих пор он актуален. И в этом суть. Смотрите обязательно на то, какая заявлена тема. По этой теме это ваше понимание, то есть понимание ученика, что он видит за этой темой. И выдвижение основного тезиса. Ну, например, если мы говорим «Тема любви» в поэзии Пушкин, поэме Пушкина «Цыганы», да, на что должны обратить внимание ученики при выявлении или постановке тезиса, и это же будет во введении. Самое главное сказать, что тема любви для Пушкина она актуальна практически для всех произведений Тарас. А что касается поэмы «Цыганы», то есть через любовь, автор пытается показать мировоззрение двух культур. Культуры цыган, свободного народа, и культуры цивилизованного человека, большей части прикрепленного к городу. Дальше, кроме этого, это обязательно для любого автора, это испытание героя, насколько он тождественен тому, что заявлял перед этим. То есть если он его не проходит, это можно делать один вывод. Если он его проходит, это другой вывод. Ну и самое главное, как любое понятие, когда выдвигает автор, понятие любви, понятие поединка, это всегда должно быть и с точки зрения автора и некоторое философское утверждение. То есть это спор, может быть, позиций, утверждений, философского понимания мира. Вот в этом как тезис они выдвигают, для чего вот эта тема любви может быть в этой поэме, и в основной части подтверждают. В основной части подтверждения должны превышать более 4 абзацев. Почему? Потому что это чаще всего будет хождение по кругу. И повторение одного и того же. Когда будут приводить примеры, это могут быть цитаты, если ученик на самом деле хорошо этим владеет. А если забыл, то это может быть как пересказ, но пересказ дан не сам по себе, а пересказ дается для того, чтобы сделать какие-то выводы, проанализировать и обратить внимание на какие-то ситуации. Вот это есть убедительность. И в этом же есть глубина, то есть это проникновение в текст. И заключение, это обязательно нужно посмотреть на те постулаты, которые выдвинул ученик и доказывал в основной части. Это введение, что он выдвинул по этим выдвинутым позициям, сделать выводы. Таким образом, любовь в поэме «Цыганы» подтверждает конкретно, какие выводы у вас были, что оно подтверждает. Это разные двух культур, это кризисное состояние человека из города и та же кризисное состояние вольного человека и так далее. Вот на это стоит внимание обратить. Дальше очень важно, на чем спотыкаются дети, это неправильное распределение времени.
Одна из рекомендаций, которую вы можете принять, а может быть, свои отработали, все-таки знакомьте очень хорошо с теми критериями, которым должны отвечать их сочинения, их ответы. Почему? Когда они приходят на апелляцию, так, например, в том году было, то дети заявляют: а я не понимаю, что такое убедительность. Мне кажется, я убедительна. Все-таки убедительность, она сопровождается именно тем, как и насколько мне читать текст и апеллировать им. Умение доказать. Не пересказать, а доказать. То есть умение сравнить систему точек зрения, пространств. Умение обратить внимание на какие-то детали, которые очень важны, раскрывают некий символический смысл произведения. Еще один момент, когда дети также на апелляции, я понимаю, что они говорят защиту, они утверждают, мне не хватило времени. Значит, все-таки большей частью у нас есть рекомендации, да, как распределять время, но мое искреннее убеждение, что все-таки вы должны это проделать вместе с вашими детьми, тех, которые обучаете, как лучше им распланировать, что вначале отвечать, порядок какой-то установить, что потом. И все-таки нельзя оставлять, это опять же по моему глубокому убеждению, а на последний момент написание сочинения части С, где они выбирают тему. Почему? Потому что не хватает времени для проверки, не хватает времени просто для серьезного обдумывания. А значит, это должно происходить где-то в середине, и сначала это просто написание, это как первичное понимание, а потом уже, когда проделана вся остальная работа, это заново обращение, когда уже текст станет немножечко дистанционным и чужой, заново обратиться к этому тексту для того, чтобы прочитать и посмотреть, что же все-таки не так, насколько я четко следовала тому, что заявлено в теме. Там видите, как написано опять, следую я направлению, которое обозначено в теме. А направление – это конкретно, что необходимо написать, будет выделить, значит, ключевые слова. Вот на это и необходимо обращать внимание. Еще то, что вот все остальные требования остаются, те же постановка проблем и изученных тем остается такая же, то есть это вы все можете найти на ФИПИ. Единственное, что просила передать Вера Владимировна, то, что сейчас обсуждается, но пока это в проекте, что в Москве несколько школ сейчас проходят стадии вот эксперимента. После окончания 10 класса десятиклассникам придется написать сочинение. Пока еще обсуждается тема сочинения, или их будет две. Это будет эссеистическая такая тема, умение выдвигать позиции, умение их доказывать. Или все-таки это тема, которая касается изучения тех или иных произведений, ну, которые пройдены, да? И написание этого сочинения – это как бы именно тот манифест, что ли, будет, который дает им возможность выйти на ЕГЭ по литературе. Как это все еще пока будет проходить, об этом еще заново будут проговаривать, потому что это еще эксперимент. Ну, я думаю, что сейчас, вот когда будет выступление Ингрид Геннадьевны, да, то об этом тоже Ингрид Геннадьевна затронет вопрос. Все это пока в разработке. Торопиться обойти не следует, но одно, на что стоит обратить внимание, это что сочинение становится актуальным, что сочинение именно по литературе, оно, конечно, отличается от сочинения русского языка, и необходимо отрабатывать или заново восстанавливать навыки написания вот этого сочинения. Почему? Потому что его все равно ведут чуть позже, чуть раньше, но оно будет, а уже как оно проходить будет, это трудно сказать. Теперь еще один момент, который я хотела сказать, это
обратите внимание, что сейчас все больше и больше расширяется как для 9 так и для 11 класса. Это знания теоретические, но это не просто знания, это умение их применять при анализе текста. То есть они-то вообще-то должны служить для того, чтобы установить вот эту авторскую позицию, а не просто употребить слово «система персонажа». Если вы говорите «система персонажа», она подразумевает собой характеристику всех персонажей, сопоставления и выводы. То есть все-таки не просто подчеркнуть, что я знаю какие-то слова, а эта терминология, она служит как инструментом для раскрытия той или иной темы и понимания авторского слова. Вот примерно так, что хотелось вам сказать. Наверное, можно, если еще немножечко добавить, то обратите внимание, что когда дети сопоставляют текст, особенно 9 классы, да это и проявляется в 11 классе, не выделяет критерии сопоставления. Но очень больно. Поэтому нет логики. Поэтому все звучит неубедительно. И нет глубины. Если у вас есть вопросы, вы можете писать. Если нет, ну вот так вот вкратце, в связи с тем, что ничего не изменилось, я заканчиваю свое выступление. Я вопросы когда-нибудь появляться могу после выступления индивидуально осветить их. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Продолжаем работу. Очень приятно с вами пообщаться в преддверии замечательного весеннего праздника. Пожелать вам всем хорошего настроения. Наш вебинар, как вы обратили внимание, проходит в рамках заседания регионального отделения общероссийской общественной организации, специально проговариваю, Ассоциации учителей русского языка и литературы Кемеровской области. Если помните, предыдущее заседание вот, состоялось у нас с вами 12 декабря, о чем мы извещали вот, всех, кто не принимал участие на сайте нашего института. Там же вы могли найти протокол этого заседания, устав Общероссийской общественной организации Ассоциации учителей русского языка и литературы, познакомиться с этими материалами. Мы вообще говорили тогда о создании, вот, о том, как прошел съезд о создании Всероссийской ассоциации учителей русского языка и литературы, и определились, пришли к решению о том, что нам тоже необходимо такая организация, создание региональной общественной организации. И поэтому мы на сегодняшний день имеем вот этот статус Ассоциации учителей русского языка и литературы. На понимание, то есть та самая регионально-профессионально-методическое, то самое объединение, оно полностью вошло в состав ассоциации, и мы можем с вами продолжать работу в этом же составе. И если заглянуть в устав Общероссийской общественной организации, то цели наши тоже не поменялись. Ключевая цель – это консолидация сил преподавателей вот, в вопросах формирования интереса у школьников к богатому наследию русской классической современной литературы. Это объединение усилий в деле формирования, скажем, бережного, ответственного отношения к русскому языку. И на сегодняшний день работа Общероссийской ассоциации уже началась. Были заседания, и даже два заседания прошло. Одно из них в начале февраля, когда обсуждался вопрос о сочинении как форме итоговой аттестации. И когда это у нас было? 4 февраля. Это заседание первой рабочей группы Министерства образования и науки по введению итогового сочинения проходило.
На нем было представлено 5 концепций по проведению итогового сочинения. До данного времени на обсуждение этих концепций, на их изучение, рассмотрение. Вот на слайде вы сейчас увидите адрес, ссылочку, где эти материалы были размещены. И вот уже в конце февраля состоялось второе заседание этой группы, опять же, по вопросу введения итогового сочинения, где что было решено, рассмотрели все 5 концепций, обсудили и пришли к решению остановиться на модели сочинения на литературную общегуманитарную тематику. То есть модели той самой, которая наиболее часто упоминалась в общественном обсуждении. В целом была достигнута договоренность всех членов рабочей группы по данному вопросу. И эти вопросы вы видите на слайде. Ну, во-первых, сочинение не исключает проведение ЕГЭ по русскому языку и литературе. То есть эти экзамены сохраняются. Во-вторых, не исключается возможность предоставления права обучающимся сдавать ЕГЭ по русскому языку в 9 классе. Следующая позиция, по которой была достигнута договоренность. Определить сроки написания сочинений не менее 2 раз в 10 классе. Все сдают не позже 15 декабря, пересдача не позднее февраля. Статус сочинения определяется таким образом, что это обязательная форма допуска к итоговой аттестации в 11 классе. И еще 2 позиции. Темы, которые предлагаются для написания сочинения 2 видов. Это сочинение на литературные темы и общегуманитарные. Выбор остается за обучающимися. И, наконец, темы для основного экзамена и темы для дополнительного экзамена должны быть разными. Вот сегодня на обсуждение общественности в продолжении этого разговора выносятся следующие вопросы, ряд вопросов, без которых невозможно считать работу комиссии, работу рабочей группы, извините за тавтологию, завершенной. И по этим же вопросам мы просим вас, участников сегодняшнего вебинара и членов ассоциации учителей русского языка и литературы, обсудить вопросы на местах, в своих территориях, на заседаниях методических объединений учителей русского языка и литературы. Ну вот, что нам хотелось бы узнать, по каким вопросам узнать ваше мнение? Во-первых, высказаться по такому вопросу. Кто формулирует эти темы, на ваш взгляд? Это могут быть федеральные органы, региональные. Это может быть банк федеральных тем, федеральные органы. А региональные банки эти темы выбирают как пакет для тех конкретного региона. Это первый вопрос и обсуждение здесь, вы понимаете, необходимо. Второй вопрос относительно открытости темы. Несколько позиций. Темы открыты, их очень много. Темы открываются в день проведения сочинения, их не более 12. И, наконец, темы не называются, а называется перечень книг, в котором могут быть предложены темы для сочинения. То есть достаточно интересные такие размышления, по которым еще не достигнут консенсус. И еще парочка таких позиций, где также требуется ваше мнение. По поводу оценки и проверки сочинения. Что в ходе процесса оценивания сочинения? Зачет, не зачет, пятибалльная система или критерии оценивания, которые уже мы получили в опыте ЕГЭ переводом по шкале в пятибалльную систему. Ну, конечно, проверка. Проверяется либо в школе с перепроверкой пятибалльных, как у нас был опыт медальных комиссий, высокобалльных работ, независимая комиссия, и проверяется региональной комиссией, либо в школе с включением независимых экспертов. То есть вот эти позиции
хотелось бы, чтобы мы с вами в кратчайшие сроки обсудили, поскольку наше мнение учитывается и предлагается уже в министерстве от ассоциации общероссийской, чтобы успеть наши умозаключения систематизировать и вовремя передать к следующему заседанию, хотела бы попросить вас, чтобы вот после праздников вы все-таки вернулись к этим вопросам и до 12 марта смогли представить свои умозаключения на электронный адрес, который будет в конце презентации. Это то, что касается такого горячего вопроса, которому вы звонили, спрашивали, обсуждали. Не все выходили на вот ту страничку сайта, которая была в начале презентации. И поэтому у нас есть время еще обсудить эти моменты, проговорить и уже представить свои предложения от нашей ассоциации учителей русского языка и литературы Кемеровской области. И, конечно, сегодня у нас еще и другой горячий момент, горячий вопрос актуальный – это введение ФГОС. Поэтому мы тоже вам предлагаем материалы, и это материалы от ассоциации всероссийской, общероссийской учителей русского языка и литературы, связанные с федеральным государственным образовательным стандартом. На презентации я их не размещаю, мы вам сейчас отдельным документом к этому вебинару представим. Вы сможете распечатать эти вопросы, связанные с федеральным государственным образовательным стандартом. И также на заседании своих методических объединений в территории обсудить. Помимо того, тоже просим сформулировать свои предложения и выслать на электронный адрес ingovertil@mail.ru. Ну, какие там вопросы, связанные с федеральному государственному образовательному стандарту, когда вы откроете этот документ, вы увидите предложение относительно ступени образования и требований к результатам основной образовательной программы в рамках ФГОС, это по русскому языку и литературе, ступень основная школа. И хотелось бы от вас услышать предложение по составу требований, то есть относительно освоения русского языка и литературы на ступени основной школы. То же самое к старшей школе. Это требования к результатам освоения основной образовательной программы в рамках ФГОС старшей школы. И кроме этого, тоже такой больной вопрос, который мы вместе с ассоциацией всероссийской выносим на обсуждение. Ну, я просто их сейчас озвучу, вы их потом получите в документе. Например, просим высказать свое мнение по следующим вопросам. Вы полагаете, что на ступени старшей школы предметы русский язык и литература следует разделить? Понятно, о чем, да? Да, нет, не знаю. Вы полагаете, что требования к результатам освоения основной образовательной программы в рамках ФГОС по предмету литература необходимо дополнить перечнем произведений, обязательным для изучения в рамках историко-литературного изучения курса 9-11 класс? Опять же, да, нет, не знаю. И, наконец, вы полагаете, что действующие формы итоговой аттестации по литературе в 11 классе требуют изменения? Да, нет, не знаю. Вот такой опрос. Хотелось бы ответы на эти вопросы получить от вас и предложить их для дальнейшего обсуждения уже на общероссийском уровне. Ну, вот, если очень коротко, это, пожалуй, все, на что мы хотели обратить ваше внимание относительно и системы подготовки ГИА-ЕГЭ, относительно нашей совместной работы в плане ассоциации учителей русского языка и литературы. Мне хотелось бы, чтобы мы с вами активно включались в обсуждение таких наболевших вопросов, в том числе ГИА-ЕГЭ, или как мы сегодня называем ОГЭ, и
вопросов, связанных с преподаванием русского языка и литературы. Мы с Евгением Васильевым как-то планируем эту деятельность, ну, не расширять, ну, то есть не перегружать вас семинарами, вебинарами, а в рамках уже запланированных мероприятий обсуждать те вопросы, которые вносятся в том числе на общероссийском уровне. Я думаю, что это будет более для нас и для вас эффективно и менее по времени затратно. Но обратную связь мы, конечно, очень будем от вас ждать. Праздники пройдут. После 10-го мы выходим на работу. И вот пару дней у нас будет на то, чтобы мы вместе смогли обсудить тот ряд вопросов, который представлен на презентации и отдельных документах, которые вы сможете скачать по завершении нашего вебинара. Ну вот я смотрю, в чате у нас появились вопросы. Нет? Уважаемые коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, пишите. Мы еще здесь. Пытаемся на все вопросы ответить. Все, что не можем, если такое случится, не сможем ответить. Правильно Инга Геннадьевна сказала, можете даже письмо присылать. Мы организуем еще одну встречу. Я думаю, к этому времени наши коллеги выстрелят и продолжим нашу с вами беседу. Пожалуйста. Так. Ну, пока нет. Что будет с учеником, если он не сдаст сочинение по литературе? Ну, вот этот вопрос сейчас и находится в стадии обсуждения. В том смысле, что какова роль этого сочинения? И вот вопрос, который вы уже предметно обсудите, в том числе и этот, он входит в рамки этих вопросов. Что это дает нашему выпускнику? Хотелось бы, чтобы это было и на уровне поступления в высшее учебное заведение, если это будет работать, правильно? Да, ну вот в Москве, как говорила Вера Владимировна, немножечко тут просто уточню, там этот вопрос тоже поднимался, да, и при обсуждении вообще-то проговаривалось, что если ученик, обучающийся 10 класса, не написал сочинение, да, то навряд ли ему предоставится возможность сдавать ЕГЭ по литературе, именно по литературе, то есть, но свои профессиональные навыки он не подтвердил. Но здесь Инга Геннадьевна правильно сказала, пока в разработке, пока еще можете вы свое слово сказать, и пока еще его слышат, говорите, только потом, чтобы уже не пеняли, что произошло, потому что пока нас хотят слышать. Говорите как можно больше и чаще. Вот Инга Геннадьевна те вопросы выслала. Вы, я думаю, нам ответите. И все это мы же опять посылаем в Москву как подведение итогов той или иной территории. Если вы промолчите, ну извините, потом уже все. Тогда уже принимайте все как данность. То есть пока это зависит от нас, а что потом, неизвестно. Ну вот 6 позиций уже это было. Договоренность достигнута, да, членами рабочей группы. Это же и наши высказывания, и мысли педагогов, практиков были учтены. В том числе тут статус сочинения как обязательная форма допуска к итоговой аттестации, в частности, к литературе. Поэтому предлагайте, пишите, и будем в дальнейшем участвовать в этом обсуждении. Вот, коллеги, если проговаривать именно свое мнение, да, что сейчас очень важно и на что обратить внимание, это структура сочинения. Если оно эссеистического плана, то обязательно логика доказательств должна быть отработана с учениками,
То есть она должна быть убедительна, она обязательно должна быть сноска на каких-то лиц или пример из художественных произведений или из жизни, но лучше не из своей личной жизни. Для этого у нас есть примеры из истории, из литературы. То есть вот умение все-таки аргументировать и выдвигать положение тезиса, оно остается. То есть вот, вот эти навыки придется вот сейчас просто отрабатывать, чтобы потом, когда точно снят по художественному произведению или просто размышлению, или то и другое будет на выбор, может быть, еще какой-то предоставит выбор, тогда не так страшно будет приступить к выполнению вот еще одного задания. Потому что 9 класс как раз количество уроков очень мало. И сочинения как таковые, форма контроля выступает, а не отрабатывается вот именно это искусство написания. А все-таки дети, те, кто будет сдавать литературу, они должны быть с филологическим мышлением. А это значит, не правильно выстраивать речь грамотно. Объясните, пожалуйста, все ли учащиеся 11 класса обязаны сдавать ЕГЭ по литературе? Нет, мы такое не проговаривали, коллеги. Никто ничего не обязан. По литературе ЕГЭ – это всегда по выбору. А вот по поводу сочинения, как покажет Москва, где проходят пока эксперименты? Если это будет удивительно, значит, еще дальше пойдут по территории эксперименты. Если другие аудитории докажут, как это здорово все у нас получается, а там уже ведут в норму. Так, сочинение как вид работы на итоговой аттестации обязательно для всех выпускников? Считаю бесполезным и ненужным. Или этот вопрос уже решен? Нет, плохо слушайте. Не решен. Еще не решен. Мы с вами решаем. Мы для этого и вышли. К вам. С вопросами, что мы с вами решаем, предлагаем, как мы дальше будем проводить это и насколько это актуально. Так, и еще, пока планируется писать сочинение в 10 классе, а не по окончанию. Да, пока вот эксперимент по окончанию 10 класса, но не в 11. Хотя я помню, да, проговаривали вот при встрече с Путиным и давалось указание по поводу 11 класса. Но так как еще четко нет направления, Инга Геннадьевна про это в течение 30 минут уже проговаривала это, то поэтому это еще пока будут писать 10-классники, но нынешние ваши, вот вы опять задаете вопрос, не будут писать. Это еще эксперимент. Еще в Москве только проходит. Поэтому вы живете спокойно, не волнуйтесь, встречаете 8 марта с радостью. Все так же, как и было. Все критерии остаются те же. Сдает тот, кто пожелает литературу, кто не пожелает, тот не сдает. Ну, а русские все сдают. По поводу того, как должно быть оформлено наше решение. Ну, ваше предложение в письменной форме, в электронном варианте отправляйте. А мы уже свободно, все систематизируем, да, в свободной форме и представим на ассоциацию. Просто нам нужно уложиться в сроки, чтобы наше мнение тоже было услышано. По времени, там, по-моему, числа 16 марта планируется 3-е заседание этой комиссии, поэтому нам нужно до 16 марта ответ, обратную связь от вас, скомпоновать наш вариант ответа и предложить уже на следующий уровень. Вопрос я пока не вижу, да? Ну вот пока все, что видела, я объяснила. Где? Покажите, пожалуйста, я что-то. Как, уважаемые коллеги, а задумываются ли учителя основной школы над введением итогового сочинения, или это ляжет на плечи учителей старшей школы? Это легко определить. Вот потому, когда у нас закончится этот семинар, и как вы задумываетесь, если мы увидим в письменном виде, насколько это вас волнует, что вы предлагаете, как бы вы хотели это видеть, вот тогда мы вам скажем, задумывается. Или опять на самом деле считаете, что кто-то сверху дяденька решит, а мы только будем тянуть этот воз и плакать. Вот пока зависит от нас, коллеги, то вы, пожалуйста, будьте активны. Так.
Когда должно быть оформлено наше решение? В свободной форме, да, в свободной форме. Угу. Дальше, вот знаете, Вячеслав Александрович, я читаю вот ваши мысли, да, рассуждения по поводу «считаю бесполезным и ненужным». Пожалуйста, вот по поводу, когда вы проговорили это бесполезным и ненужным, чтобы это на самом деле имело какой-то резонанс, может быть, все-таки это как-то аргументировать. Потому что когда мы соберем все эти точки зрения на данную позицию, все-таки их нужно сгруппировать и положительно, потому что выдвигаем то-то, то-то. Отрицательно, потому что. Чтобы, конечно, наши боли и проблемы слышали другие, не просто эмоционально, но и на самом деле, чтобы это логично звучало и аргументировано. Факты – великая сила. Так. Вопросов больше нет. Мы ушли в размышления. Ну, радует то, что вы нас на самом деле слышите, что вас это зацепило. Значит, вот опять же тот ответ на вопрос, задумываются или нет. Я думаю, что задумываются, потому что вы пишете тревогу свою, передаете. Но пока уберите эмоциональный фон, а на самом деле включите разум, что вы можете сказать, да, что против, именно исходя из вашего опыта, и исходя из ваших учеников, к чему это может привести и так далее. Так. Присоединяюсь к позиции Рязанова. Ну, хорошо, присоединились, только, пожалуйста, оформите. Ну что ж, коллеги, позвольте поздравить вас с великолепным праздником. На самом деле, праздник весны, праздник, пробуждающий женщины от всех тягот и трудностей. Пока хочется, чтобы эмоционально вот эта новость вас не заглушала, а пробудитесь вот к этой жизни, к счастью, к радости, чтобы это счастье и радость, и моменты вот этой непосредственности не покидали вас, провождали вас еще долгое время. Желаем вам всего самого-самого доброго. Но в этом году пока порадуйтесь, вас ничего не тревожит, потому что изменений пока нет. Ни по одному критерию нет пока изменений. Спасибо большое вам за поздравления. Мы их читаем, улыбаемся, радуемся. Всем хорошего настроения, праздника. Спасибо за участие, коллеги. Всего доброго.